Брайан начал курить в 13 лет. Он никогда не думал, что 20 лет спустя курение убьет его, и он оставит жену и детей одних. К 33 годам он уже выкуривал более чем по 2 пачки сигарет в день. Время от времени Брайан задумывался о том, что надо бросать курить, но никогда всерьез не пытался. Брайан Кёртис, молодой мужчина, жил счастливой жизнью со своей женой, маленьким сыном и 9-летней дочкой. Это фото сделано 29 марта за 10 недель до смерти. 10 мая ему исполнилось 34 года. 2 апреля, почувствовав колющие боли в легких, Брайан обратился в больницу и был направлен на обследование. Диагноз указывал на рак легких, давший метастазы в печени. Этот последний короткий отрезок жизни Брайан посвятил тому, чтобы как можно большее число людей увидели его в таком истощенном и теряющем последние крупицы жизни виде. Чтобы люди поняли, к чему может привести курильщика курение, совсем неожиданно. Возможно, если бы они могли видеть его впавшие щеки, как ему трудно становится дышать, может быть, это их напугало бы. Эта фотография была сделана за несколько часов до смерти Брайана, 3 июня, когда жена Бобби и сын Брайан-младший находились у его постели. Молодые люди думают, что рак бывает у пожилых, 60-70-летних, а не у 30-летних людей. Луизе Куртис, маме Брайана, было 57 лет, она курила с 25 лет. Брайан всегда больше переживал за здоровье своей мамы, чем за свое. Он говорил: «Мама, не волнуйся за меня, беспокойся о себе, я здоров». Даже болезнь и смерть сына от курения не смогла повлиять на нее отказаться от сигарет. «Я просто не могу это сделать сейчас», — говорила она, хотя и надеется, что, может быть, она сможет это сделать после похорон. Сейчас сигареты с фото Брайана продаются в Австралии с такой надписью. Брайан был подростком, когда закурил впервые. Как и многие другие, он никогда не думал, что курение его убьет. Он умер в 34 года, прожив лишь 47 дней после того, как узнал, что у него рак легких. Он хотел, чтобы все узнали, что случается с теми, кто курит. Брайан Кёртис очень хотел бы, чтобы вы не курили. Бросай курить сегодня. Бросай курить прямо сейчас. Бросай курить в эту минуту.